Добрый день, дорогие друзья и гости этого замечательного канала, который ведет Юля Руфлорида. С вами сегодня Надя Эггерс, ваш риэлтор в Орландо и в Центральной Флориде. Сейчас мы подъехали посмотреть один дом для моего клиента. Мне поступил запрос, чтобы мы смогли снять этот дом. Клиент дистанционный. Здесь сейчас проходит open house, как раз нам повезло. Дом находится в районе Орландо, который называется Lake Nona. Комьюнити очень крутой. Комьюнити называется Eagle Creek, который находится в Lake Nona, который находится в Орландо. Я вам скажу, по карте это юго-восток от Орландо. Возле международного аэропорта есть вот такой городок Lake Nona. Школы здесь все отличные, очень популярные. Цены выросли за последний год, не передать как. Вот. И этот дом у нас получается достаточно большой. 5 спален, 2,5 ванных. Он только что вышел на рынок. Стоит за цену 745 тысяч. Размер дома 3142 скверфута, что в переводе 292 квадратных метра. Есть бассейн, кстати, чаей в месяц $155 и налог 6500 в год. Дом постройки 2005 года. Если есть еще какие-то вопросы, Юля, задавай. А так, скажи, из чего сделан этот дом? Так, сделано. Я сейчас блок с такой и второй этаж, как обычно. Вот фрейм. Да, вот фрейм. Деревянный каркас. Да, деревянный каркас. Значит, размеры лота здесь 0,20 акра. Ну что, пойдем снимем? Так, здесь получается, мы зашли сразу в прихожую. Ага. Обратим внимание на пол, на да. плитку. Плиточка такая богатая. Богатая плиточка. Все, это значит, получается такая бонусная комната, которую мы иногда не можем придумать название. Она называется Living Room. Здесь можно сделать все, что вторую угодно. Гостиную, для приема гостей. Да. Угу. А, слушай, потолки, смотри, какие здесь. Несколько уровней. Да, 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 да. И по бокам точечные светильники. Пол мне нравится очень. Да, да, пол хорошо смотрится. Светленький такой. 0,20. Вот и знакомых даже встретили в доме. Но так как это open house, здесь люди ходят, не пугаемся. Так, здесь у нас гостиная. Так. Family room, гостиная. Слушай, хорошая. Дорогие очень жалюзи, посмотри. Они называются plantation shutters. Да-да-да. Точно, точно. Мне нравятся такие. Очень большая гостиная. Очень легко закрываются. Смотрите. Ух ты, какой вид! Ну, мы потом покажем. Да, это... Вид классный. Это у нас будет на десерт. Угу. Слушай, ну мне нравится, он такой светленький. Здесь очень открытая планировка. Окон. Цена хорошая для дома в этом комьюнити с таким видом и с бассейном. Да, да. Здесь зона для обедов, столовая зона и вот кухня. Вот обеденная зона. Кухня какая большая. Да, кухня большая. Посмотрите, какая кухня. Смотри, какой остров. Классный остров. Слушай, мечта хозяйки, да? Слушай, хорошая кухня. А посуду как приятно мыть. Ну-ка. С таким видом посмотри. Ну-ка, я бы, наверное, посудомойку здесь хорошие тоже, да. Может, им посудомойка нужна? Не говори. Да. Классный вид. Очень красивый. Угу. Так. Да, кухня, конечно, очень большая. Так. Очень много вот всяких сториджей, да? Да-да-да, здесь все поместится. Абсолютно. Доводчиков все. Нет? Минус нашли. Привет, Миша. Да. Слушай, ну, мне нравится. А вот здесь у нас получается микроволновка и духовой шкаф. Да-да-да, а встроенная техника. Просто панель. Тоже встроена. Классно. И тоже потолки какие красивые. Потолки интересные. Везде многоуровневые, да, в каждой комнате пока. Да. И так, пантри, там, да? Там кладовочка, да. Кладовочка хорошая. Вот посмотрите, здесь все влезает, все закрывается. Так, что еще вам интересного показать? Смотри, какой холодильник. Да. Я даже боюсь открыть. Samsung.
Да-да-да. Да, он так открывается. А, видишь, как он открывается? Угу. Можно и дверку открыть. Да, и по-другому, и да, точно, точно. Угу. Так, здесь столешница у нас, это... Гранит. Гранит, да. Симпатично, симпатично, слушай, светленький такой дом. С кухни мы проходим такое помещение, здесь, смотрите, постирочное. Интересные ландри-рум. Двери, посмотри. О, двери, двери, двери. Ага, раздвижные. Кстати, очень хорошо организованы полочки. Да, 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 да. Вообще красиво, угу. Я бы сказала, эстетично. Так, так и что у нас здесь? Увидим здесь гараж. Да, гараж. На сколько машин? Гараж. На две машины. Интересно, да, на две машины. Где включается? Нигде. У-ху. Ладно, ночная съемка. Посмотрите, сколько здесь всего. Такое часто бывает. В гараже вместо машины. Смотри, подвесные, подвесные полки. Да-да-да. Чтобы больше места было. Да. Ты знаешь, очень удобно складывать украшения различные, там, новогодние, угу. Для каждого праздника, да, то есть на эти полочки задвигаешь. Так, ну, все на все, это. Все, пошли дальше. Давай заглянем сюда. Да, 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 да. Здесь кладовочка. Кладовочка. Угу. Хорошая кладовочка. Так, что мы еще не видели, сюда не заглядывали. Мы будем искать. Здесь, ага. Я думаю, много интересных комнат найдем. Да, мы даже не так, знаем, что это здесь. Получается одна из спален. Угу. Так как ой, есть собачка живет. Место для гардеробной, просто дверь, да. Убрали. Да, да, да. Вот, смотрите, вот здесь вот вообще-то гардеробная должна быть, так что это считается спальней. Здесь просто собачка живет. И они сделали офис. Собачка, вот, кажется, по клетке большая, да? Но, да, да, кстати, смотри, запах... какая большая. Очень большая, но запаха не чувствуется, нет, да? Правда, да. Так, здесь у нас получается... Проходи. Ух ты, нет, свечи конечно. Горят. Шикарно. Здесь половина. Так, что здесь? Ага, так, все понятно. Половинка санузла. Да, это такая гостевая, получается, половиночка. Угу. Дальше проходим. Получается, уже идем на второй этаж. Получается, да. О, какая классная бонусная. Посмотри. Ух ты, какой вид. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Классный красота. Вид. Красота. Угу. Хорошая бонусная комната. Здесь детям можно сделать светленькую. Вторую, как бы... гостиную, да, повесить так же, вот как они и сделали. Да, да, да. Или игровую, да, угу, вот. Игровая. Для детей. Вот здесь. Класс. Обрати внимание на пол дерева. Угу. Это, я уверена, что это дерево. Нет. Ламинат, да? Ламинат. Ну, хороший. Да. Слушай, хорошего качества ламинат. Да, да, да. Очень. И что мне нравится, вот идешь и не чувствуешь какой-то скрип или угу. Что они, знаешь, под да, ногами. Да, кстати, обратила внимание, что ковра нет, на ковролина нет на лестнице. О, да, это классно. Вот здесь, к сожалению, ковролин. Ковролин это, конечно, здесь только заменить. В спальнях. Ну и то хорошо, хотя бы только в спальнях. Угу. Не, ну он не это, не грязный, в принципе. Просто ну, что ковролин. Старенький. Я, кстати, да, год, я сказала, 2005 года. Я думаю, что это с того оригинал, года да, и есть. С того года, да, да, да. Так. Тут тоже окна с двух сторон. Так. Большая комната. Большая. Да? Ты посмотри, здесь три двери. Сильно не будем открывать. Угу. Ну, в общем, гардеробная большая здесь. Так, идем дальше. Слушай, вот мастер. А? Да, это мастер. Это мастер. Нашли. Тоже ковролин. Мастер. Ну, в хорошем состоянии, кровать, конечно, но я думаю, что новые владельцы уже, когда купят дом, могут заменить, могут, да, могут не заменить. Ну, уже менять нужно, да. Естественно, не на ковролин. Да, не говори. Большая очень комната. С таким же красивым видом на озеро. Ой, шикарный вид. Очень нравится. Проходим. Ванная. Ванная. Так, это хозяйская ванная. Слушай, здесь тоже видно все такое оригинал. Да, да, то есть, да. Это с тех времен. Да, сильно больших, да, 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 каких-то
обновлений я не вижу. Да, и все, что я вижу, кстати, они, по-моему, заменили дверки. Возможно, возможно. Вот, и оригинал, вот эта оригинальная душевая кабина, и ванная тоже, все это оригинальное. Ну, ничего такое, чистенькое, хорошенькое все. Перед гостями намыли, да? Да. Ой, здесь интересно, что смотрю. Так, здесь висело зеркало, они его заделали, вот, которое можно открыть и таблеточки положить. Да. Это вот тоже это такая... уже устаревшая функция. Почему они недозаделали? Да не говори. Как-то это самое. Ну, немножко ты знаешь, я бы сказала, что прям очень красивый первый этаж. Да, первый этаж, я думаю, они вложились в первый. Да, что-то здесь еще надо доделать. Можно, можно. Бонусная комната мне очень понравилась. Посмотри, какая огромная гардеробная. Ух ты, вот. Так. Слушай, ну за 745 тысяч, ну еще плюс вложить сюда нужно будет. Ну это по желанию, жить-то можно. Дорогой район, очень дорогой. Да, здесь такие цены, ничего с этим не сделаешь. Не, ну слушай, я думаю, здесь... Здесь до всех школ пешком, здесь вот элементари прямо на территории комьюнити, элементари школа. Вот так. Да. Здесь большой метраж. Из-за этого, здесь понимаешь, метраж, да. Цена. Здесь все комнаты, посмотри, какие большие. Даже здесь... вот эта детская, какая она большая. Огромная комната. Ну, это для маленького ребеночка, считай. А вон какая большая комната. Да. И еще мне как бы такая мысль пришла в голову. На пятибедрумный дом все-таки нужно на одну еще ванную больше. Да, вот это вот есть такой момент. О, еще один. Еще себе. Комната огромная, да. Детский садик. Класс. Просто огромная. Да, да. Во многих домах такие трехстворческие. Ой, какая прелесть. Да вообще. Смотри, платьишки какие. Обалдеть, классно. Они, видишь, специально открыли, так, чтобы видно было. Я имею в виду, вот я не помню, где я видела с тремя дверками гардеробную в спальне, которая не мастер-бедрум. Так что... Метраж действительно вот большой. Еще одна ванная. Ага, ух ты. Так, здесь тоже натуральный камень. А вот здесь, видишь, заменили. Да, да, здесь заменили точно. Здесь точно. Шкафчики здесь заменили. Угу. Они с доводчиками. Да, уже по-новому. Здесь они сделали ремонт. Вот здесь плиточку тоже, по-моему, доложили. Что все лучше детям, это детская ванная. Да, да. Так, вот здесь вот мы открываем, здесь у них белье. Полотенце и так далее. Так, все, мы это крыло посмотрели. Здесь у нас кондиционер. Центральное кондиционирование. Вот, пожалуйста, вот оно таким образом выглядит. Да, бонусная классная вообще, да? Такая светленькая, хорошая. Вообще светлый дом в целом, да? В целом светлый. В целом такой светлый. Нет какого-то темного угла. Со всех сторон правильное освещение. Да. Натуральное освещение. Ну что, пройдем? Самое интересное сейчас будет. Прям не терпится. Здесь, смотри, тоже как жалюзи, эти plantation shutters, да, только дверь. Большие. Только на дверь, не на окна обычно. Я на окна вижу. Да, я такого не видела никогда. Так, выходим. И что мы тут видим? Боже мой. Какая красота. Я думаю, нужно закрыть, чтобы воздух подавать. Обалденно. Вот там вот начнем с барбекю. Честно говоря, я бы здесь поставила столик. Прям хорошую кухню. Да, я бы тоже. Да? Да. Вот тогда в этом углу, да, как потому раз, что здесь, смотри, окошки. Там даже уже и розетки есть на всякий случай. Классно, слушай. Не, вот здесь вид, конечно, очень хороший. Такой прям приятный вид. Бассейн огорожден. Бассейн это... небольшой, но да, достаточный. Да. Ну, потому что, видимо, здесь ограждено, потому что детки, собаки все. Поэтому ограждено. И посмотри на это. Это мечта моего мужа. Он тоже хочет во дворе сделать пару луночек для гольфа. Ага, слушай, для любителей гольфа. Смотри, они выдолбили просто плитку и положили.
Этот специальный. Мы сейчас тоже такой проект делаем. Я даже сниму. Да-да-да. Так, здесь зона отдыха, игровая. Слушай, классное место под навесом получается. То есть, если даже дождик идет, ты тут спокойно можешь находиться. Кстати, навес, и он такой достаточно большой. Да. То есть патио большое. Большое-большое. Плюс еще зона под скрином, что тоже хорошо. От москитов, от всякого ненужного листвы, например. А там что это у нас? Это какой-то гамак, да, я так понимаю? Мне кажется, это гамак. И fire pit. Вечером сидеть, балдеть. Смотри, как интересно, никогда не видела. Да, я тоже. Окна, да, в таком месте просто необычно. Я даже не поняла сначала. Тоже сделали такие же жалюзи. Посмотри, что. И два телевизора аж висят. Но здесь тоже, я как понимаю, ничего не остается, кроме бытовой техники, да? Да. Они забирают мебель. Да, да, конечно. Хорошо. Ну, чаще всего мебель остается только в тех домах, которые идут как инвестиция под шортинг. Да, 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 да. Там продается мебель. Этот дом, мы уточним, не для инвестиций. Не для инвестиций, для семьи. Это для семьи. Ну, здесь хорошие школы. Хорошие школы, да, очень тихий район, безопасный семейный. Такой, да, хороший семейный район. Как я уже сказала, здесь прямо на территории комьюнити есть школа. Детки просто пешком утром доходят. И очень хороший рейтинг школ. Отлично. Опять-таки, недалеко находится от аэропорта. В этом городе очень много, ну, в районе Лейк-Нона, очень много больших корпораций сейчас расстраиваются и переводят своих сотрудников. Например, Disney сейчас строит здание на 2000 сотрудников, переведут с Калифорнии. То есть реально очень такой популярный район, и, естественно, всем где-то нужно будет, ну, нужно жить, и поэтому сейчас идет достаточно такой большой ажиотаж на дома, переплачивают, дают больше, чем просят хозяин. Ну, это будет отдельная, наверное, тема. Да, да, да. Вот, ну что ж, на этом мы прощаемся. Да. Я видео сейчас сделаю для своей клиентки, тоже ей вышлю, потому что пока Юля будет монтировать свое видео, дом уже продастся. А, да, дома быстро продаются. Такой, я думаю, дом продастся быстро. Я тоже думаю, что быстро. Ты уже видела, сколько народу, да? О, да, пока да. Мы здесь были. Вот, ну все, оставляйте свои комментарии, а мы посмотрим, если моему клиенту понравится этот дом или нет. Будем держать в курсе. Пока. Пока-пока.